Ну шо, ребята, сотрудники Биотранса опять облажались. Какой-то хрен из Лос-Монстрос скоммуниздил у них мегазомбатор 3000. Но на этот раз придется помочь Биотрансу. Черт знает, что на уме у этих отморозков. А зомбатор — это вам не игрушка. Мы что, будем решать проблемы Биотранса? А как же мэр и его хваленая борьба за идеальное общество? Ты еще не понял? Мэру это только на руку. Если эти отморозки начнут использовать зомбатор направо и налево, мэр начнет колоссальную зачистку под этим соусом. Это окончательно укрепит его власть. Он станет героем. Не удивлюсь, если он сам слил зомбатор этим уродам. Найти кого-либо в Лос-Монстрос нереально. В Лос-Монстрос? Нет. Но мой информатор сообщил, что у этого хрена остались дела в Алиэн-Сити. В общем так, поезжайте к центральной башне Алиэн-Сити. Мой информатор будет где-то там. Будьте на связи. Езжайте на второй уровень центральной башни. Чувака зовут Биф. Он скажет, где и когда курочка снесет яйцо. Мы от профессора. Он прилетит на самолете. Через 3 часа в аэропорте. Поехали. Давай через 3-й уровень башни. Так короче, а то не успеем.
Похоже, его встречают. А вот и он. Как только он выйдет из самолета, подъезжаем и мочим его. Все будет просто и красиво. Этого еще не хватало. Полиция клонов. Ваши документы. Откуда ты взялся? Быстро в машину, идиот! Давай за ним, не дай ему уйти! Мочи охрану! Ну что, бандерлог, допрыгался? Где зомбатор? Мой брат отомстит за меня! У него бомба, бежим! Ну вот, а потом он себя взорвал. Хреново дело. Теперь аккуратно ходите по улицам. От зомбированных всего можно ожидать.